В армянском народе, наконец, появилось понимание, что Россия не является нашим стратегическим другом и союзником Армении. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский политический аналитик, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Взмалян. Нас обнадеживает то, что, ну вот, как вы увидели вчера, в армянском народе наконец появилось понимание того, что Россия не является нашим стратегическим другом и союзником. Она является нашим стратегическим врагом. Потому что у России совершенно другие задачи. И война 2020 года в России была нужна для того, чтобы подготовиться к войне 2022 года в Украине. А Россия была готова к санкциям и готовилась к ним. В начале 2021 года, буквально через два месяца после краха Карабах, после поражения в Карабахской войне Армении, советской Армении, в общем-то, потому что это было поражение всего советского, российского в Армении, российской армии, которой Армения была, которая называлась армянской армией и так далее. Так вот, после этого американцы и французы приняли как бы управление на себя. И вот сейчас, буквально несколько часов назад, мы уже от самого Пашиняна, значительно осмелевшего за последние два года, ощутившего поддержку Запада, услышали то, чего, конечно, Путин не ожидал услышать в Ереване. Иначе бы он сюда не приехал. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.